Да, кто хотел, тут решил. И там, наверное, надо. Угу. Звук. Здесь идет звук. Коллеги, идет звук, слышно? Не очень. Не слышно, говорит внизу. Все, первый, первый. Слышно? О, все, отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Братья, сестры, соотечественники, позвольте так вам обратиться, потому что за прошедший, прошедший год, полтора, на самом деле это обращение стало нашим родным, потому что в условиях современных вызовов мы действительно братья и сестры, и нам предстоит очень много делать. Мы сегодня в рамках нашего мероприятия вспоминаем о том, что этот год, 2023, объявлен годом педагога и наставника. И почему такая повестка у нас? Не потому, что мы до этого не были педагогами и наставниками. Просто в настоящее время, наверное, очень важно об этом поговорить. О том, что от нашего нашей работы именно как наставников, по сути, зависит очень многое в дальнейшем. Так сложилось, что с 2022 года наш Российский университет Дружбы Народов активно участвует в мероприятиях Российского общества здания. И в рамках этих мероприятий мы, преподаватели университета, не только участвуем в программе знания государства, знания театра, знания кино. Вы знаете, что у нас очень многие наши студенты участвуют в мероприятиях, проводя, которые проводятся на платформе общества знания, но мы также работаем преподаватели, доктора наук, кандидаты наук, выезжаем и встречаемся с ребятами в зоне проведения специальной военной операции, выезжаем в госпитале, а также, когда проходил Частичной мобилизации, в мобилизационные центры, потому что очень важно для нас всех понимать, что происходит, какие стоят цели, и какие цели стоят не только у тех, кто участвует в специальной военной операции, а действительно, у нас всех вместе взятых. Очень приятно сказать: что среди преподавателей это Владимир Владимирович Блохин, Ленкова Елена Валентиновна, Данил Фиталий Алексеевич, Зобов Александр Михайлович, который сегодня будет выступать, и еще многие другие преподаватели, которые а, действительно могут. В обратной связи рассказать что происходит. Выезжая в разные совершенно точки, общаясь, будь то с добровольцами, перед вами добровольцы Донбасса, это фотография еще до присоединения новых территориях, а правильно сказать, возвращение нам наших территорий. Это и ребята, которые были мобилизованы, это десантники в ЛНР, в Кременной, которые держали зимой самый серьезный удар. Это ребята, наши казаки, казачества, при том со всей страны, и Донское, и Амурской, которые собираются сейчас в основном в Херсонской области. Притом здесь, вы понимаете, почему на фотографиях не видно лиц, это запрещено. Вот боком стоит один из командиров добровольческого подразделения ДОН. Его, кстати, племянцы учатся у нас в Российском университете Дружбы Народов. Вот так вот получилось, что на самом деле у нас очень много ребят в университете, которые и являются детьми участников специальной военной операции, а еще больше встречала я на передовой, и я думаю, подтвердят все, кто ездил, наших ребят, которые выпускники Российского университета дружбы народов. Одна из встреч, наверное, самая пронзительная, прислаживание Валабина, танковой бригады, бежит студент, ну, внешне узнаю, наш студент, он подбегает, ему уже 27 лет, у него две маленькие дочери, он был мобилизован. Я говорю, ну ты вот не скрылся куда-то и так далее. Он говорит, Елена Валерьевна, я-то понимаю, что происходит. У меня были хорошие учителя, которые мне еще в студенческие годы рассказали, как складывается геополитическая ситуация. И действительно, в нашей стране очень много людей, которые это прекрасно понимают. В разных концах нашей страны, вот очень интересная выставка, прям фотографируешь, едешь по стране, фотографируешь Ставрополь. На всех панелях в городе «Дети героев» войны, да, то есть едешь в Хабаровск, только в аэропорт зашла и огромная выставка, жены участников СВО, они разместили письма, которые они написали своим отцам, своим сыновьям, своим мужьям и можно эти письма почитать. То есть страна живет в едином порыве и на самом деле единственный вопрос, который задают сейчас бойцы, когда начиналась специальная военная операция, они спрашивали почему, зачем, почему такое время и мы, кто выезжал, мы отвечали на эти вопросы это действительно сложный вопрос, который сейчас многие и сейчас задают. Почему такое число? Почему именно Украина, а не Прибалтика? Почему там так вооружились и так далее? Но сейчас очень часто, знаете, какой вопрос задают? А мы едины. Мы сейчас впрягаемся, мы очень много делаем. Я сейчас буду говорить очень простым языком, потому что там люди простые, они так разговаривают. Говорят, мы впрягаемся, мы, наши ребята здесь гибнут, мы боремся за наших людей. А что внутри страны? А как у вас? А все ли едины с нами? а все ли понимают, какие задачи стоят перед нашим государством. И поскольку мы представляем Российский университет дружбы народов, кстати, он очень хорошо известен, все сразу говорят, это тот, который потрясал мумбы, говорит, а что ваш университет, как там иностранцы, они приезжают, как они к нам относятся и так далее. Но надо сказать, к чести нашего университета, о нашем университете очень хорошая слава идет, да, то есть очень хорошее мнение, тем более, что сейчас можно небольшой секрет открыть очень много в подразделениях на наших добровольцев из других стран, в том числе и стран, которые проводят против нас недружественную политику, но они приезжают и вступают в добровольческие объединения. Сама видела ребят из Румынии, которые говорят, мы понимаем прекрасно, что делать наше правительство, но мы не такие, да? мы верим в Россию, мы понимаем, что это за страна. Сейчас, когда мы размышляем о планах наших учебных, сегодня выступили, выступило руководство нашего университета, стоит у нас очень много задач. Но, наверное, одна еще важная задача мы выполняем весь этот функционал, мы будем проводить занятия, писать статьи, будем руководителями наших аспирантов, студентов и так далее. Но самое главное вопрос ради чего мы все это делаем? То есть, какой смысл нашей деятельности? И в этом плане выходит на первый на первый ряд, собственно, первый уровень, самая главная задача, что мы сейчас в большей степени даже уже не преподаватели, а наставники. Это более серьезная задача, потому что дети должны, наши дети, это студенты, но они для нас все дети, они должны понимать, что происходит в нашей стране и почему мы так отстаиваем ценности часто задают вопрос, а какие смыслориентирующие документы? Ну, конечно, безусловно, самый важный – это указ президента о традиционных ценностях, которые мы сохраняем. Для кого-то это а, притча в языцах, когда к ребятам приезжаешь на передовую говоришь, «Ребята, вот за что вы воюете?» Вот можно им прям задать вопрос, знаете, как они отвечают? «Я воюю за то, чтобы у моих детей была мама и папа, и не надо нам никакого что». Оно, это, кстати, очень животрепещая тема. Другие говорят, Елена Валерьевна, не задавайте там сложных вопросов, мы все равно не ответим. Хотите, мы покажем, за что воюем подводят. К знамени спаса нерукотворного, почти во всех подразделениях обязательно развивается спас нерукотворный знамя. И они говорят, вот за что мы воюем, да, за нашу Родину и за нашу веру мы воюем. И это понятный для них ответ. И, кстати говоря, они, естественно, задают вопросы. Понимаете, что мы каждым своим действием и каждым своим поступком мы отвечаем за слово такое, как Родина. То есть мы понимаем, что такое для нас Родина. Мы готовы за нее жизнь отдать. А готовы ли все внутри страны тоже посвятить всю свою жизнь этой Родине? Не называться, а действовать. Не казаться, а быть по-настоящему. Не говорить, что мы там, за такие ценности, а действительно своими делами защищать эти ценности. И э, они говорят, вы беседуете самое главное, Говорят, самый главный, что преподаватели работали, беседовали со студентами. Ведь патриотизм, ребята, это осознают на передаче. Он же не рождается просто так. Он не дан нам с рождения. Патриотизм он дается путем длительных размышлений о судьбе своей родины, размышлений об истории своих предков. И именно по этой причине во многом сейчас будет введен новый курс «Основы российской государственности». То есть этот курс он нацелен как раз на то, чтобы поразмышлять о своей стране и понять, что мы ценим в нашей стране. Почему это для нас сейчас важно? Вот очень люблю такой вопрос бойцам задавать, кто в зале очном присутствует, мне сейчас радостно ответить. Вот сколько сейчас людей живет на планете? Сколько? Больше 8 миллиардов. А 100 лет назад этих людей было всего миллиард. То есть численность планеты, она увеличилась за 100 лет более чем 8 раз. А ресурсы все как хотят жить. Прекрасно. Те же все хотят дома хорошие, обеспечение и так далее. То есть, мы давайте не будем лукавить, мы прекрасно понимаем, что еще в конце XIX века все понимали, что ближайшие годы развития, столетия они будут борьбой за существование. Притом борьбой в самом таком жестком варианте, потому что э, будет выясняться, кто выживет, а кто погибнет. И этот вопрос задавали геополитики по сути, геополитика родилась как наука, чтобы ответить на вопрос: кто выживет а кто не выживет. Что является основой выживания той или иной цивилизации? Вот ребятам тоже люблю задавать вопрос. Все смотрели 300 спартанцев? Ну, все обычно радостно. Да, мы все смотрели 300 спартанцев. А если вдуматься, простой фильм и так далее, но он говорит об очень простых вещах. У персов было все современные технологии, железо, огромные ресурсы, пространство, рабов, сколько хочешь. И они проиграли маленькой объединенной Греции из огромного количества маленьких полисов. Почему они проиграли? А потому что там было нечто другое для общей победы. И это нечто другое было раскрыто геополитиками уже в начале 20 века. Изучая воспроизведение кодов различных цивилизаций, пришли к выводу геополитики, что, во-первых, во-первых, для силы государства, это у России есть, важно, чтобы была территория большая. Нам в этом плане нам повезло. Мы, россияне, действительно, очень богатые люди. Не знаю, как вам, ко мне очень часто подходят иностранцы. Как-то была у нас сейчас китаянка, одна спиранка, она подошла: говорит: Елена Валерьевна, да вы вообще всегда должны ходить и улыбаться. Вот просто ходить и улыбаться. Все время. Я говорю: почему? Но это же надо, как повезло-то родиться в этих 150 миллионах на такой огромной территории. Говорит, вы просто не понимаете, насколько вы везучие люди. Говорю, ну, с того времени мы ходим улыбаемся, да, потому что это действительно везение. А второй важный момент, который подчеркнул Механ, конечно, здорово территория, но территория закрытая, например, как у Монголии, это уже а, тяжело для выживания. Хорошо, когда есть выход морям, к океанам, и вы знаете, мы в этом плане богаты, у нас 12 морей плюс Каспий, то есть вы вообще прекрасно прекрасно живем, но и это новые вызовы. Мы прекрасно с вами понимаем, что нас ждет еще вызов борьба за Северный Ледовитый океан в ближайшие буквально 10-20 лет. Но оказывается, и это не главное. Пусть территория, пусть выход к морям, ресурсы, мощная армия, флот, то, что было у нас у кого? У Персии в свое время, то, что было у Римской империи и так далее. Но геополитики установили, все это может оказаться ненужным, если нет единого духа. Карл Хаусхофер еще накануне прихода к власти Адольфа Гитлера написал книгу «Панедея», между... «Пан вот книга а, в геополитике. Он сказал, что а, если а, есть народ, который готов защищать свою родину, он любит эту родину, то ничего не, с этим народом не сделаешь. И он Адольфу Гитлеру намекал, что для Германии был бы более выгодный вариант союзничать, дружить с Советским Союзом, а не воевать. Говорит, ну если ты не хочешь дружить, то хотя бы не воюй с СССР. Но мы знаем, что Адольф Гитлер не по а планы у него были, помните, далеко идущие. К концу 41 -го года уже выйти куральским горам, куральским горам, то есть 30 миллионов излишнего населения уничтожить, Москву и Ленинград уничтожить к концу 41 -го года, вести полное обеспечение Германии за счет Советского Союза. Но наши с вами дедушки и бабушки, а здесь в основном преподаватель у нас это дедушки и бабушки, у кого-то про дедушки, про бабушки, они доказали, что самое главное это когда народ осознает свои национальные интересы, он готов их защищать. И только недавно мы с вами вспоминали окончание Курской дуги, 80 с окончания величайшей битвы, которая предопределила коренной перелом в ходе войны. По сути, получается, что у наших дедушек и бабушек были хорошие наставники. Вот очень часто сейчас задают такой вопрос бойцы, говорят, Елена Валерьевна, объясните, а почему вот они уехали в Казахстан, почему они уехали там в Грузию, почему они уехали, мы здесь, а они что? Уехали, они что, элементарных вещей не понимают? Вы знаете, вот, э, на этот вопрос сложно отвечать, но я очень часто говорю, ну может, у них в жизни не было хороших наставников. Не было людей, которые могли что? Подсказать, объяснить. Они жили в совершенно другой информационной матрице. Они жили в совершенно другом информационном платоке, в котором жить ради потребления, ради себя намного важнее, чем жить ради другого человека и чувство долга. Это тоже. Но, кстати говоря, офицеры они подчеркивают, что, говорят, это тоже выбор. И, говорят, мы считаем, что человек, который уехал, это, ну, скажем так, это его личное решение. Он более честен, чем тот человек, который остался в этой стране, но не любит эту страну. Говорит, вот это более тяжелый вариант для нашей родины, потому что этот человек, он будет изнутри вредить там. То есть нам то лучше, чтобы с нами какие люди остались наши, да, то есть которые готовы с нами идти до конца и решать вопросы нашего государства. Именно поэтому в 2023 году мы еще раз вспоминаем про то, кто такой наставник. Слово древнее, да, то есть оно пришло из античности, описано еще в Илиаде Дисея, когда Дисей оставил своего сына на попечении своего друга и завещал ему, чтобы он заботился о его нравственном, моральном воспитании. То есть первое, что закладывали функционал наставника, он должен воспитывать прежде всего нравственные качества у своего ученика, и в дальнейшем эта традиция была продолжена в школах уже Сократа, Платона, Аристотеля. Заметьте, что философские школы они открывали уже для взрослых людей, то есть это высший третий уровень обучения уже для людей, которые хотят жить ради государства. И главной составляющей было менторство, то есть наставление в том, что, так, что такое гражданство, что значит быть гражданином и выполнять функции гражданина. Надо сказать, что мы во многом впитали эти основы как преемники Византии. И надо сказать, что самое главное, что мы впитали, что надо уметь отвечать на вызовы истории. То есть главный функционал наставника еще в чем заключается. Так вырастить поколение молодое, чтобы столкнувшись с трудностями, они смогли ответить. Они сбежали, не сняли крест, как я говорю. Знаете, как было тяжело приезжать в мобилизационные центры осенью, когда шла мобилизация, и ребята сидят, их просто с диванов сняли, да, там посадили и говорят, что куда. И очень простые смыслы, они очень легко доходят до людей, когда говорят, ну вы же вот здесь в аудитории, там, допустим, понятно, Тверская область, Костромская, это все христиане, православные. Я говорю, у вас почти у всех кресты. Я говорю, можно крест, конечно, снять, как бросают иногда инвалидов, бросают старых пожилых родителей, бросают больных супругов там и так далее. А можно свой крест пронести до конца? Ведь у каждого просто своя судьба. И самое главное, что эта судьба написана. Александру Васильевичу Суворову было пять ранений. Пять. Одно из них тяжелейшее, когда у него пуговицы под позвоночник чуть ли не ушли из контузии. Он провел бой до конца и лечился только постом и молитвой. А Михаил Ильич Кутузов, сами знаете, через голову пуля прошла. И врач сказал, вообще не понимаю, как он живет. Видимо, Господь его для чего-то оставил. И умер потом после окончания кампании с Наполеон просто от простуды. Да? То есть это говорит о том, что у каждого написано. И это надо понять и принять. Именно поэтому в традициях нашего наставничества самые большие а, такие опорные схемы, они живут тысячелетия. То есть мы тысячи лет передаем традиции наставничества, которые заложили наши предки. Но первая традиция, самая важная, которая пришла из Древней Руси, то, что мы в ответ на а, окружение уже цивилизованных государств, которые были христианскими и мусульманскими, приняли решение о христианизации нашей страны, и мы взяли культуру монашеской Византии. Ведь действительно, монахи воспитывали целое поколение у нас людей, у нас монашеская культура. Мы ведь подумайте, в глубине души мы понимаем, что скромность важнее вычурности. Мы понимаем прекрасно, что смех без причины признак. Да, и вообще иногда даже стоит помолчать и стерпеть. Недаром вот у бойцов, когда спрашивают, как же ты это терпишь, там два месяца, или у него, например, ранение, а он не едет в госпиталь, он говорит, я не оставлю свое подразделение. Я спрашиваю, как же ты? А он говорит, Бог терпел и нам велел. То есть, оказывается, это старая истина, которая закладывалась тысячи лет назад, она работает, она воспроизводится на уровне наших архетипов. Недаром наших князей на сечи, на бой благословляли монахи, и они прекрасно, наши князья, понимали, что только с Божьим благословением они могут идти в бой. Недаром многие говорят, что Иларион, вот как раз который митрополит, заложил основу такого Духовного кодекса России, он говорит, ответ перед Богом держать. Перед Богом. И перед людьми. Очень важный момент, что эта традиция не пресеклась. Это не только крещение Руси. Если мы будем говорить об освоении всех территорий России, как мы шли, шло заселение за Уралом, Сибири, Дальнего Востока, это все шли казаки, которые глубоко верующие люди. Они сейчас такие. К ним, когда приезжаешь в подразделение, они все с молитвословами, они молятся и вечером, они перед боем каждый молятся. То есть у них нет дня без молитвы. А следом за казаками на эти территории шли кто? Святители. И их знают на наших землях. Их знают в Перми, их знают в Казани, их знают на Дальнем Востоке, начиная прияда от Сергия Радонежского до святителя Игнатия в Мариуполе, с юга до севера, с запада до востока. Везде все освещено духовной мудростью. А самое главное определенная система наставничества. Самое главное духовное воспитание пример учителя. Какой смысл наставлять, если ты сам не пример? если сам ты не живешь в этой парадигме, в этой, в этой системе ценностей. Только тот, кто сам ведет праведный образ жизни, может выступать наставник. Второй важный момент – не совместно. Вот матросы мне очень понравилось, как на Черноморском флоте ответили. Говорят, Мы ценим офицеров и командиров, которые сами показывают, как делать сам пришел, показал пример, мы ему последовали, мы знаем, что сложная задача, он не в кабинете будет сидеть, а он приедет и будет вместе с нами решать задачи. Вот только таких, говорит, мы офицеров уважаем, которые являются примером в своих действиях и в своих поступках. И этот пример, он позволил нашей стране выдержать очень много ударов. То есть первая основа нашего наставничества – это духовное воспитание. Вторая основа нашего воспитания это, безусловно, традиция, которую заложил Петр I. Он сказал, мы стоим перед новыми вызовами, вызовами технологий высоких, вызовами развивающегося Запада, который цивилизационно раньше сформировался как цивилизация. Как мы будем на это отвечать? Потому что, конечно, нам хорошо с нашими банями, с огородами, в принципе, мы ничего у себя не меняли, вы знаете, мы при... и сейчас ценим это больше всего, как говорят бойцы, я хочу вернуться домой, чтобы клубнику с детьми поесть, да, то есть простые смыслы, но мы понимаем, что угроза есть на наших рубежах, потому что другие технологии, другое вооружение, и Петр Первый говорит, значит, мы будем учиться. Высший уровень наставничества – это когда ты э, наставишь так своего ученика, что он хотел учиться, получать знания, не получать их ради просто собственного самости, гордыни, как знаете, иногда бывает. Вот я такой великий и все, вы меня цените, уважаете. А ради того, чтобы поддать потом. Это вот самая главная наша задача наставника, потому что к нам приходят олимпиадники, а вы знаете, какая есть проблема с олимпиадниками? Они считают себя уже великими. А вписать их в то, что они должны приносить пользу, то, что мы даем тебе знания, возможности, но ради чего? Это наша задача. Вот на этой неделе была в Минтрансе, и говорит Елена Валерьевна, вот у нас хорошо транспорт в Москве развивается, согласитесь, да, хорошо, ну все электробусы и так далее. Говорят, а ведь у нас возглавляет московский транспорт, Мосгортранс, человек, который в свое время учился и в Москве, и за границей, сколотил капитал, привез сюда миллиарды, отказался от зарубежного гражданства ради какого гражданства? российского и вкладывают все в развитие мозга, хотя сам изначально деньги вкладывал, пробовал все это. Вот что значит наставить, обучись, но вернись и служи кому, в своей родине. И Петр первые эти основы, он, конечно, заложил, вы помните, учиться особо-то не хотели, заставляли сначала в цифирную школу и насильно, но сейчас это уже наша традиция. Согласитесь, что уже юноши и девушки понимают, что без знаний продвинуться дальше нельзя. И мы только должны их в этом укреплять, и укреплять в том, что надо служить государству, надо служить своему народу. Третья основа, вот сейчас бойцы говорят, на это надо вообще особое внимание уделять, как-то у нас ну, ушло это в свое время. Это физическая и просто телесная подготовка, потому что, говорят, вынести даже физический холод, голод, смирение, определенные условия быта и так далее. Не всегда же есть возможность, когда вот передвигаются, например, эти лагеря, они же баню-то не сразу построят пока не отстроят и так далее, умение смиряться. И сейчас самой популярной книгой, которую возим, и многотиражные издание идет, Александр Васильевич Суворов «Наука побеждать». Они ее читают. Потому что он пишет о том, как это сделать. И э, вот этот специальный скан ⁇ Наука побеждает ⁇ 42-го года. Массовый тираж года Великой Отечественной войны. И массовый тираж этой книги опять сейчас. То есть не стареют эти истины. Александр Васильевич Суворов говорил о том, что русский человек ⁇ это человек, который чувствует себя русским и готов эту страну защищать. Неважно, кто он по национальности. У нас 193 народа. Но когда они в единых подразделениях, они все называют себя что? русскими, хотя вырабатывают специфический язык, потому что их же слушают. Я их всегда спрашиваю, ребята, как вы боретесь против прослушки? Да, у нас один, одно слово татарское, одно башкирское, одно русское, одно, ну, сами знаете, особо русское слово и так далее. Так вот, в общем, пусть попробуют, они поймут, о чем мы разговариваем. И Александр Васильевич Суворов, он подчеркивал, физическое воспитание, смирение, это важное качество солдата, которые могут сделать его очень сильным. Кстати, сам он, когда вы спрашивали, почему он ночует в казармах, а не в дома на перинке, он говорил, не-не, не, 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 у меня, говорит, душа такая ленивая, стоит ей на перинке часок лишний поспать, она еще захочет поспать, потом уже работать не захочет. Нет, я лучше буду где в казарме с ребятами там все нормально с солдатами и Александр Васильевич он в этой книге я рекомендую всем почитать он вычленил а, больше ста качеств которыми должен обладать русский человек русский воин для того чтобы защищать свою родину и среди этих качеств не только качество физические но и очень много духовных качеств например великодушие и мы знаем что у наших воинов есть это качество они, в отличие от другой стороны, когда в плен берут и полечат, и спасут, и накормят, и так далее. Мы знаем, как мы относимся к тем, кого мы берем в плен. Отнюдь не так, как к нашим пленам относятся. Для наших ребят характерен воинский долг. То есть кто-то это понял, ведь у нас очень много контрактников, очень много людей, которые вообще добровольцами пошли, при том возраста какие, и 45, и 50, и за 50. У многих уже внуки, а они пошли добровольцами, потому что они понимают, что должны. И, безусловно, характерная черта нашего воинства, это идеализм. Александр Васильевич Суворов говорит о том, что мы должны наших людей так воспитывать, потому что вызовы очень серьезные. Человек, который не знает, ради чего он живет, он просто пушечное мясо. Таким образом, мы с вами, как наставники, должны учитывать все эти факторы и в рамках преемственности поколения наставников все эти качества воспроизводить. Но ушло время дальше, и уже следующее поколение, они столкнулись с новыми вызовами, связанными не только с тем, что у нас огромная территория, она очень привлекательна для всего мирового сообщества, своей ресурсами и так далее, но мы прекрасно понимаем, что мир перешел на новый совершенно технологический уровень, и нужны были эти технологии, то есть знаний достаточно, надо внедрять эти технологии. Поэтому э, в этом году Константин Дмитриевича Ушинского, э, мы его очень много вспоминаем, то есть будет у него юбилей в следующем году, да, 24 год, э, он говорил о том, что очень важно человеку еще дать профессию, то есть помимо того, что он э, духовно богат, помимо того, что он знает, ради чего он живет, он воспитан физически очень сильным человеком, он еще должен иметь хорошую профессию, то есть э, не, нет у него, допустим, знаний глубоких стать ученым, прославить страну знаниями э, в науке, то он может иметь какую-то практическую специальность, ремесло освоить какое-то. Самое главное, что этот человек, что должен осознавать, что он нужен своему обществу. Неважно, кто сантехник, уборщица, оператор у нас сидят, да, без, без них ничего этого не состоится. То есть каждый человек важен на своем месте, и это ответ на вызовы времени. Мы с вами прекрасно знаем, что именно 19 и начало 20 века подарили нам а, на, профессионально техническое образование, стало формироваться в нашей стране, и Ушинский подчеркивал, что как раз преподаватель, который... Ребята, он а, в рамках этого образования может быть наставником, то есть передавая навыки и технически он при этом может формировать нравственный мир своего ученика. Это было, кстати, заложено в ряд методических работ конца 19-го, начала 20 века, и началось все это с высшего технического училища, сейчас это Баунка, где как раз Советкин впервые сформулировал принципы наставничества при подготовке к, профессиональному, к профессиональной деятельности. 20 век. Новые вызовы. У меня что-то не идет презентация, извините. Ребята, у меня презентация. 20 век ⁇ это новые вызовы, и эти новые вызовы, безусловно, приводят к тому, что надо на них отвечать. Мы... Коллеги, может вы полистаете? Это новые технологии, и здесь ответом на эти новые технологии станет новая система образования уже в советский период. Мы с вами прекрасно знаем, что увеличение численности населения, естественно, предполагает, что уже не может быть такого адресного наставничества, как в имперский период один наставник, учитель, у него 5-6 учеников. Естественно, меняется система наставничества, которая продуцируется через молодежные организации, которые, кстати, были преемниками молодежных организаций до революционного периода. У нас много было таких организаций. Это и «Маяк» впервые, гимнастика благодаря им появилась у нас. Это организация по потешные полки, и преемниками этих организаций стали комсомол, это пионерия, и все мы были еще и октябрятами. Да? То есть три организации, преемники, ничего не перелистывается, ребят, можно следующий слайд и просто листать, я буду комментировать. Мы знаем, что большой вклад в формирование ответов на новые вызовы внес Антон Семенович Макаренко. Да, то есть он поставил задачу трудового воспитания, при том абсолютно всех категорий молодежи, и сложных, и гениальных, и так далее. У него самого, вы знаете, он поднимал ребят в двух колониях, и ему это удавалось. Очень важный момент, не перелистывается, что была введена система наставничества, которая сейчас возрождается, это называется система наставничества. Наставник хочет что-то знать, станет сам наставник когда студент который наиболее толковый продвинутый и наиболее считали нравственно устойчивый он просто становился наставником других ребят которые приехали из села во всяком случае почти все вузы нашей страны не эту систему водили 1 плюс 5 Благодаря, конечно, реализации этой программы мы понимаем прекрасно, что и войну мы потянули, можно перелистывать, просто листать и все. Я буду комментировать. Мы победили во время Великой Отечественной войны, и это была победа всех народов, проживавших на территории Советского Союза. Просто листайте подряд, и я буду комментировать победа абсолютно всех возрастов, и мы прекрасно с вами понимаем, что это была победа и детей маленьких, которые принимали участие в трудовом подвиге, и взрослых, да, то есть абсолютно всех единения. То, о чем говорили на Западе, что нас невозможно победить. Вот такие люди делали нашу страну, и вот мне очень нравятся слова Королева о том, что, что является основой настоящего космонавта, но я думаю, что это подходит для всем. Скромность, Железная воля, знания, а самое главное любовь к людям. Вот он, наверное, такой нравственный моральный кодекс, который должен каждый читать и на себя примерять: а я такой или я не такой. А ведь такими были наши дедушки-бабушки, такими были можно наши основатели университета. Это Сергей Васильевич Шумянцев, который прославился своим трудовым подвигом на Казанском авиационном заводе. Это Владимир Францевич Станис, который наш университет до 2003 года держал и был глубоко э, невероятно любящим человеком, который любил студентов, любил э, всю обстановку университета, понимал задачи нашего университета, потому что задача университета это мягкая сила, мы действительно мягкая сила на международном пространстве, которая дает образ тогда Советского Союза, сейчас России. Но против нас, безусловно, Советского Союза разрабатывались новые технологии, новые методы войны, и мы прекрасно знаем, что принята на вооружение была идея Отто фон Бисмарка, э, не на, силы невозможно взять русских, да, они непобедимы, мы даже Атомный щит поставили уже в 1949 году. Надо поменять их ценности, они в них поверят и сами себя уничтожат. И это действительно произошло. И Фрэнсис Фукаяма уже в 1989 году за два года до конца до развала Советского Союза написал книгу Конец истории. То есть, он тем самым делом подвел черту: говорит: мы победили! Мы не только установили единый мир атлантизма, но мы навязали мир мандиализма. То есть во всем мире будет теперь а, единая воля Соединенных Штатов. Казалось, что а, состоялась эта победа, мы с вами. Мы все пережили 90-е годы, мы все помним теракты, мы все вспомним чеченскую кампанию и насколько, сколько существовало проектов по расчленению нашего государства. Но мы выстояли. Фрэнсис Фукаяма говорит, ну тогда мы будем реализовывать. Збигнев-Жизинский тогда написал книгу «Великая шахматная доска» в 98-м году. Говорит, мы будем реализовывать против этой страны новый проект, проект гибридной войны. Мы вокруг создадим огромные пространства недружественных государств, мы будем их вооружать и накачивать совершенно другой пропагандистским пропагандистскими целями. И мы так сделаем. То есть мы в любом случае не оставим задачу расчленения огромной территории Российской Федерации. План был разработан, и мы с вами должны прекрасно понимать, что он опирается не только на военные механизмы. Военными механизмами разбираются военные. А самый важный момент, что идея ПАКС Американо, можно дальше продолжать, они опираются на различные методики работы с населением. Те, кто непокорный, вы помните, вообще можно физически уничтожить тот же Ирак и Ливию. Те, кто что-то там возмущается, можно превентивно вести войска. Ну а если формировать недружественное пространство, можно дальше, то можно, конечно, реализовывать другой момент. Можно дальше, просто листайте. Когнитивная война. Что такое когнитивная война? Новый уровень военных технологий, когда идет не физическое уничтожение, это само собой, а идет стирание памяти, прежде всего исторической памяти, и формируется негативное мировоззрение. Вот Джин Шарт, на обратите внимание, это идеолог всех цветных революций, который разработал особенно особую методику ненасильственного воздействия. Простой пример. Наши деды идут по улице, ну, например, на даче, гравием выложенная дорожка, выбоина. Выбоину столкнулся наш дед, о, надо поправить, пойду гравий соберу и что... Уложу. А человек, который уже пропитан антишарпов, шарповской идеологией, он идет, о, лужа, ничего починить не могут и вообще нигде ничего починить не могут. Да? То есть вот такое формируется мировоззрение во всем видеть, что только плохое. Вот многие люди, они уже заточены на это. И это же определенный пласт интеллигенции. Сорос вливал в это огромные деньги, чтобы сформировать такой пласт интеллигенции, который будет потом размывать также молодежь. Формировать какое отношение? Все плохо. На самом деле все что? Ужасно. Родители вам только зла желают. Вообще надо желательно строить жизнь отдельно от них. То есть мы понимаем, что мы сейчас, преподаватели вузов, мы являемся настоящими солдатами когнитивной войны. И от нашей позиции, в том числе, какой позиции? Моральный, нравственный, оптимисты или пессимисты, зависит, какая будет позиция у наших студентов. Нам есть что защищать. Полистайте: у нас богатое государство. Мы вообще должны ходить каждый день улыбаться. Огромные территории, самые богатые лесами, самые богатые чем? Пресной водой, самый богатый ресурс. Просто листайте. Да? У нас вообще масса богатств. Но для того, чтобы выжить, нам это надо все защитить. И у нас с вами самое наше большое богатство – это наши люди. 193 народа, которые объединяет наша великая страна под одним русским языком, с единым таким идентификационным кодом. Именно поэтому мы с вами должны сейчас, и про это будет курс «Основы российской государства», во-первых, включить антишарп внутри себя. Что такое антишарп внутри себя? Не бояться говорить, что мы живем в России. Не бояться говорить, что мы любим, и говорить про наши ценности. Русский язык очень богат. Отставить интересы, прежде всего, какого языка? Русского. Русской культуры. Да? То есть вот эта увлеченность другими культурами, она порождает, на самом деле, пример. Одежда русская. У меня костюм русский. И рубашка русская. У нас куча модельеров. У нас масса наших богатств, которые мы просто иногда не сознаем, насколько мы их богаты. Следующий важный момент. Безусловно, быть оптимистами. Подчеркивать, что в нашей стране ты можешь реализоваться, найти свое место. А, кроме того, анти... Листайте, просто листайте, там очень. Применять новые формы наставничества. То есть искать контакт с молодежью, вот очень интересно реверсивное наставничество, спрашивать у них, делать подводки, вот, например, говорит, ребята, вот новые формы, мультики, фильмы, а вы как бы рассказали про свою страну в мультфильме. И они раз, они говорят, вот мы сейчас снимем, покажем и так далее. То есть предлагать им вариант вызова. Третье. Сохранять историческую память. Наши дедушки на этой пространстве Российского университета дружбы народа всегда проводили встречи, вы помните, к любому Дню Победы и так далее. Но мы это должны сохранять, приглашать героев. Да, у нас не осталось ветеранов, но память-то у нас осталась. И ее надо сохранять, проводить встречи с героями, которые сейчас принимают участие. Мы эту работу делаем, наш университет этим славится. И действительно нам просто наша задача что сделать? Продолжить эти традиции, да, не растерять себя в условиях этого бесконечного вызова нашему государству, что важно, мы это делаем, да, мы приглашаем и кинокомпании, вы знаете, что у нас ребята иностранцы участвуют в движении, восстанавливают православные храмы по всей России, то есть есть такое движение, и в Сербии ребята в этом участвуют, пишут статьи про наших, про своих ветеран, вот, кстати, это движение, сами студенты мне рассказывали, то есть я ничего не придумала, я не спросил: ребята, чем вы занимаетесь, что вы делаете, они рассказали, у нас масса преподавателей, которые тоже участвуют в этом движении, рассказывают про это. Я знаю, что в ряде подразделений есть преподаватели, которые маскировочные сети плетут, есть, которые жертвуют огромные средства, собирают э, все э, у нас э, машины с гуманитарной помощью и ездят туда. Некоторые добровольцами даже участвуют как в медицинских подразделениях и так далее. Давайте будем вместе это делать, проводить эти акции для того, чтобы знали. Мы должны включить антишарп для того, чтобы просто любить, ценить то, что у нас есть. И помните, как сказала мне аспирантка, это просто всегда ходить и улыбаться. Найдем себе применение, покажем, что мы можем, и ребята тоже будут в этом участвовать, тем более, что их везде ждут. Ездя по России, тоже много есть, вы знаете, ждут везде везде ждут, везде нужны специалисты с высшим образованием. У нас наполовину сократилась численность молодежи, у нас демографический провал людей с 20 до 30 лет, и сейчас очень большая востребованность этих людей э, в, на различных вакансиях. Мы должны э, сформировать такой мир, чтобы они жили в России. По примеру Павлова, когда революция произошла, ему спрашивают «Давайте революция, большевики гоняют церковь, э, вы уедете за границу». Мы предлагали вакансии 20 ведущих вузов мира. Он не уехал, он сказал «Я родился русским и буду жить и работать для России, чего бы ни происходило внутри страны. Архиепископ Лука накануне войны вообще в ссылке находится за свои религиозные верования, пишет Сталин, отпустите меня на передовую, я там нужнее, потом можете меня опять посадить. Но во время войны уже Сталин с церковью примирился, но это пример духовного подвига, человек никуда не, он служил в своей родине. Или Туполев, вообще ложный донос, сидел в тюрьме по ложному доносу, благодаря только Чкалову его освободили, но мы до, ту, до сих пор летаем, да, то есть его подвиг ради народа. Вот какие примеры на каждом занятии просто говорить, а этот человек прославился этим, а это, тем более, что наш университет тоже славится такими людьми. Вот оно, духовное завещание Владимира Францевича Станиса, который говорил о том, что мы не должны прервать эту преемственность, которая была из поколения в поколение, и сохранить самое главное, какую преемственность, что надо... Не надо, а просто мы любим нашу Родину, и мы хотим, чтобы наши дети, наши студенты тоже любили эту Родину, берегли эту Родину ради предшествующих всех поколений и ради будущих. Если это будет, то нас ждет не картина апокалипсиса, а, как написал Васнецов, картина будущего. Четвертого коня нет, апокалипсиса нет, и силы нашей Родины базируются на силе физической, на мудрости на, или, а, или Муромца, на добродетелях Мудрости Добрынинича и на энергии и оптимизме Алёши Поповича. Давайте опираться на эти качества и тогда нас всех ждет ждет процветающая страна и счастье в этой стране. Большое спасибо за внимание. Так, следующий Александр Михайлович.

Дорогие коллеги, меня слышно? А, ну, я давно, в общем-то, профессионально общаюсь с Алиной Валерьевной. Сегодня еще раз послушал ее лекции, но просто нет слов в профессиональном плане, харизма вообще. Ну, я, к сожалению, сегодня не сделал слайды. Как бы предполагалось, что это будет короткая такая информационная сообщение об этом курсе «Основы российской государственности». Очень коротко о себе. Я заведующий кафедры маркетинга, и, наверное, всех будет удивлять, как я попал вообще в курс «Основы российской государственности». Я два года, вот как и Елена Валерьевна, активный лектор общества знания. За это время много раз выступал, в том числе перед нашими военнослужащими, перед ранеными. Вот это были особенно такие такие запоминающиеся выступления. И в последнее время выступаю в основном перед в крупных государственных организациях. Министерство просвещения, государственная налоговая служба, государственная федеральная таможенная служба. И меня даже пригласили просто выступить в ряде школ Москвы перед старшими классами. Моя тематика посвящена, конечно, в основном экономической проблематике, но экономическое развитие России с учетом специальной военной операции. Вот. И э, я просто в два слова вот, дополню: очень много фотографий было, выступления перед военнослужащими и так далее. Я тоже выступал. Меня просили не делать фотографии, поскольку там все 90% возвращаются раненых обратно. И я, однажды мне позвонили буквально за неделю. Александр Михайлович, собирайтесь на неделю выезд в южные регионы России в составе вот буквально в полном смысле слова, фронтовой бригады. Депутат Государственной Думы, известный эстрадный артист. Мне он понравился в личном общении, абсолютно нормальный человек, без всяких вот, поэтесса из великих лук. И э, там знаменитая скрипачка, там уникальная. Вот мы, пя мы значит, неделю ездили по южным э, нашим регионам, выступали перед военными, выступали э, в большом количестве госпиталей. И э, после этого... Я вот стал, как бы, у меня вот произошло такое серьезное изменение. На самом деле, внутри я полностью присоединяюсь вот к этой эмоциональной составляющей. Когда походишь по госпиталям, поговоришь с нашими ранеными, знаете, мир меняется, как бы смотришь на все вещи по-другому. И я стал активным участником вот проекта ДНК России. Два слова проекта ДНК России. Этот проект федеральный проект, который реализуется. Непосредственно нашим Миноборнауки совместно с Министерством просвещения, он был э, запущен по инициативе администрации президента. И этот проект направлен на э, формирование такой мировоззренческой современной, как бы воспитательно-ценностной установки у, наших, у нашей молодежи. И вот этот курс, который будет вот, э, в ближайшее время начнет читаться по всем, абсолютно университетом э, России по всем программам от медицинского факультета до экономического и так далее, он э, был разработан и сейчас реализуется в рамках такого большого федерального проекта ДНК России. ДНК России, так если сказать укрупненно, это э, формирование, ну скажем так, современной ценностной э, установки, ориентированные э, на молодежь к сожалению, ну, все со мной согласятся, после 90-х годов, где-то до последних как бы, времени, вот эта сторона, работы с молодежью и со студентами, она не была на первом плане. Я так говорю так очень корректно, за последние год-два вообще резкие изменения, резкие качественные перемены с точки зрения воспитательной работы, в том числе со студентами. И вот этот курс «Основы российской государственности» я прошел две программы повышения квалификации. Одна программа, причем интересно, что была, она была на базе МИФИ, то есть не на базе там, коммунитарного университета, гуманитарных вузов. Там в начале была общая установка об этом курсе. И вот в мае месяце уже фактически был значит, повышение квалификации. Прошло более 6 тысяч преподавателей по всей России. И когда я был участником этой программы, в зале, где-то вот такой же примерно зал, сидело где-то 250-300 человек со всей страны, в основном из региональных вузов. И что я хочу сказать. Вот ну, я буду это сегодня несколько раз говорить. Этот курс начинается. Он вошел в учебный план. Очень важно к нему отнестись неформально. Здесь это должно идти от, от нашего сердца, от нашей убежденности. Я полностью поддерживаю вот этот запал, вот этот вот, ну скажем так, ну такую приподнятость выступления Елены Валерьевны. Это не математика, где, знаете, вот. Это вот курс, который должен э, перевернуть в наш, нужном направлении э, мировоззрение наших студентов. С ними нужно работать, отвечать на их сложные вопросы. Их нужно убеждать, своим личным примером показывать наши духовные ценности и так далее. И так далее. Поэтому вот здесь очень важна роль преподавателей, чтобы их поддержали деканаты. Чтобы не рассматривали этот учебный курс, как еще, знаете, ну какая-то еще одна такая проходная вещь. Теперь по поводу этого учебного курса «Основы российской государственности». Значит, он делится на пять основных разделов. О них частично сказала Елена Валерьевна. Первый раздел посвящен России. Что такое Россия? Россия в современном мире. И в этом разделе, в этом блоке должны быть отражены наши уникальные и, в общем-то, достижения, наши уникальные позиции России в современном мире. Я читаю вот лекции, и даже вот взрослые люди в министерствах меня удивляют. Иногда себе не представляют наше уникальное положение. Иногда все сводится к ВВП там, и так далее, и так далее. Это все-таки, знаете, искусственные, несколько условные показатели. А вот по примерно 15 как бы, критически важных для всего мира минеральных ресурсов мы имеем абсолютно уникальное положение. Ну вот сейчас, например, но опять же по нефти и газу, ведь они же не стали запрещать продажу нефти, без этого невозможно, будет обрушен нефтяной рынок. А попытались ввести вот предел цен, но это что означает? Без поставок нефти и газа на мировой рынок, без России, как бы экономика вообще в мире будет не просто дестабилизирована, будут серьезные экономические негативные процессы. По сельскому хозяйству, по продовольствию, все знают, мы выходим на лидирующее положение. Мы фактически занимаем до 40% на рынке зерна. По многим ресурсам, территория уникальная логистическая, уникальное логистическое положение. Мы в центре Евразии, север-юг, запад-восток, мы вообще вот, вот, занимаем уникальное положение. И вот в этом разделе нужно студентам объяснять, что наша страна не просто богата, она имеет совершенно особое положение и в мировой экономике, и в мире. И это надо как бы ну, ценить. Я вот объясняю очень часто: у нас все есть. У нас все есть. Там у Японии ничего нету. А у нас все есть. Какие бы ни были санкции, мы вообще нормально живем. И мы должны ценить, что мы на фоне других стран, особенно Москва, например, особенно крупные города-миллионники, уровень жизни, поверьте мне, я знаю многих, кто живет даже в Западной Европе, у нас уровень жизни в среднем выше. Это надо объяснять, ценить, особенно студенты должны это понимать. Второй раздел. Второй раздел довольно интересный. Это подход, связанный Россией как цивилизация. Uh, это примерно стало активно обсуждаться в научной среде, в политической среде где-то последние ну, 2 3 года. Uh, здесь особое положение России с точки зрения, uh, что это одна из немногих цивилизаций в мире, которая существует почти тысячу лет. Это не просто большая страна, это именно вот, как бы основа uh, как бы цивилизация гораздо более богатая, особенно с точки зрения uh, культурно, но, ну, скажем так, духовных аспектов формирования этой единой, как бы вот, единой цивилизации, которая называется Россия. И, в общем-то, этот раздел довольно интересный, довольно сложный. Хочу сразу сказать, что этот курс междисциплинарный. И вот которые лекции будут сейчас читаться в сентябре месяце студентам читать будут представители разных факультетов, потому что он междисциплинарный. Это и историки, это и философы, это и эконом, ну, экономисты, это юристы. Этот курс такой сложный курс, он не ориентирован на какую-то отдельную кафедру или отдельный факультет. Третий раздел это как бы духовные. Основа развития российской государственности это очень важный подход. Вообще, вот в этом курсе ключевое слово государственность. То есть основой развития России в целом является вообще-то государство сильное государство. Любые попытки ослабить государство, любые попытки каких-то ну, вот внутренних кризисных процессов, которые бьют по государству, это ослабление не государства, это обослабление страны. Это вот то, что говорили, что нужно любой ценой противостоять цветным революциям, какими бы лозунгами они не, скажем так, не э, проходили. А государство – это основа э, развития, тем более для такой огромной страны, как Россия. Ее обеспечить единство, централизацию возможно только в условиях сильного государства и сегодня сильной армии сильной армии и флота. Это абсолютно точно. Всем понятно, что это наши главные союзники. Сейчас третье добавляется, может быть, вы читали, слышали, что наши главные союзники – армия, флот и авиационно-космические силы. То есть три триада наших главных ключевых факторов. А четвертый раздел. Четвертый раздел – это... Он такой, скорее, ну, как бы здесь юристы, юристы там, представители значит, государственников, это политическое устройство России. А, то есть, как строится властная структура в России, система управления Россией с точки зрения государства. А для российских студентов это не так сложно. Многие моменты они изучали в школе, в курсе общества знания. Я потом скажу об особенности именно этого курса для, наших, для нашего университета. Это, конечно, проблема иностранных студентов. И пятый, пятый, пятый раздел, пятый блок это Россия в 21 веке, вызовы России, сценарий развития России. Тоже такой интересный, очень важный, актуальный раздел, который посвящен современной оценке геополитического, экономического и нового состояния России в 21 веке. Я специально задавал э, лекторам, которые у нас выступали. Причем э, занятия были очень интересные, хочу сказать. Я, опять же, всех преподавателей, 200 человек, э, их заинтересовать довольно сложно. Э, перед ними выступают такие же профессора. И э, у нас выступали представители администрации президента, э, ведущие политологи. Были очень, была очень интересная программа повышения квалификации. Я задавал вопрос. А в каком разделе они считают целесообразным обсуждать, поднимать тему специальной военной операции. Это было потом обсуждение, причем этот курс, он как бы развивается на ходу, это все первый раз. И они сказали в пятом разделе. Этот вопрос надо обсуждать. Я выступал, значит, вот в мае месяце меня пригласила директор школы, где я живу рядом, она возглавляет муниципальную власть, так вот там, совет муниципальных депутатов, выступить перед учениками старших классов как раз по проблеме специальной военной операции. Вот. И мне была очень интересная как бы, реакция. Вот первый курс нашего университета и, значит, школьники 11 классов, это, в принципе, одни и те же люди, вот. Вот, и сидело четыре класса, я, в общем, я перед ними раньше не выступал. В общем, так было интересно, как все это пойдет. И было очень спокойное, очень интересное, заинтересованное обсуждение. Было много вопросов. И я понял, что, в общем-то, мы так иногда считаем, что вот они такие сики. Они, в общем-то, этот вопрос думают, обсуждают для себя. Они ждут от нас какой-то позиции, убеждения, ответов на наши вопросы. Поэтому я что хочу сказать. Этот курс введен в учебный план. То есть в этом плане он обязателен. Но могут быть любые вопросы у студентов. Значит, мы должны им объяснять, убеждать, аргументировать и так далее, и так далее, и так далее. Один из вопросов, который мне задавался неоднократно на лекциях, причем что интересно, от школьников до мобилизованных. Я однажды выезжал в один из городов России, выступал весь день перед мобилизованными. 400 человек, поток по 100 человек вот, идет весь день. Причем, вот когда, там, понимаете, читаешь что-то или видишь по телевидению, а когда вот с ними встречаешься, в общем, как бы так много понимаешь, это не молодые люди, это мужчины 30-50 лет, это вот в хорошем смысле работяги, там были довольно много человек из Вологодской области, те, кто работает в лесном бизнесе водители там так далее и так далее и вот они мне задают вопрос по поводу специальной военной операции, чем Шенна, в общем-то без там, никакого там, ну Москва приехала, ну и что там, типа давай отвечай. И они спрашивают, а почему вот э, мы начали превентивно, почему не дождались, э, когда на нас нападут? вот как и так далее. И мы, когда с ними обсуждали, мы пришли вместе к единому мнению. Вот это очень важный момент, я хочу передать вот абсолютно реальный опыт. Мы вспомнили 22 июня 1941 -го года. Мы ждали, ждали, был акт ненападения, ждали, думали, что это самое и так далее. И в итоге вот это вероломное нападение, каким привело огромным жертвам потом? А может быть, я высказывал, и они это согласились, может быть, надо было первыми бить? первыми, раз есть угроза реального нападения, если там концентрируются воска и так далее, и так далее. Поэтому вот э, специальная военная операция – это вопрос, который нужно обсуждать. Очень много информации идет, и президент много раз объяснял необходимость, как бы, почему мы должны именно так были поступать, что мы обеспечиваем свою национальную безопасность, в чем долговременном плане. И, в общем-то, это как бы реакция наша вынужденная на беспрецедентное давление, в том числе военно-политическое, которое у нас оказывалось в последнее время. Иметь рядом с со собой враждебную страну, 40-миллионную, которую могут потом напичкать оружием, в том числе атомной, нельзя. Нельзя. Просто это, это невозможно, это неправильно. Еще были вопросы, я просто говорю, что вот, которые мне приходилось отвечать. Уже вот в последнее время, когда выступал я, вот, например, в министерствах, и меня спрашивают, почему так вот медленно мы ну затягивается все и прочее 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 и я тоже мы обсуждали я как бы вот потом даже беседовал однажды с военными там вот такие но это минимизация потерь то есть я в общем-то думаю что главная задача при вот всех этих процессов максимально снизить э, потери наших военнослужащих максимально снизить а пусть медленно знаете э, как бы Танки, самолеты, как бы наклепаем, это это железо, вот все. Люди главное. Вот главное люди, вот это главная наш, ну, наша ценность, которую нужно обязательно хранить. И поэтому я вот хочу сказать, что в заключение, э, значит, э, те преподаватели, у нас много преподавателей прошло вот это обучение по этим программам повышения квалификации, э, я считаю, что они на себя берут очень важную миссию, их надо максимально поддержать. И надо максимально поддержать а, тех, кто участвует в специальной военной операции а, за счет различных волонтерских программ. А, я вот уже вот рассказывал, а, я когда был в одном из госпиталей в Ростове-на-Дону, там лежали тяжело раненые, очень такая тяжелая картина, лежат молодые мужики, там тяжелое ранение. и мы сначала провели такое большое а потом обошли палаты, там и так далее. И меня один, а, значит, наш боец из Хакасии так, я сел, он меня взял за руку и говорит, ну, Москва, Москва, он мне говорит, профессор, спасибо, что приехал, на ты, без всяких так далее, вот. Но вы нас не бросите, он мне говорит, вы нас не бросите. У меня, знаете, вот внутри аж это самое. конечно, что, говорит, смотрите, мы за вас, бьемся. Вот, понимаете, вот, вот, этот, вот это его послание нам должно быть для всех нас вот таким вот, как бы обязательным к выполнению. Их нельзя бросать, их надо поддерживать, их надо морально помогать. Там даже мы, я вот в подъезде своем организовал сбор гуманитарной помощи, мы четыре раза послали туда посылки. Все, все откликнулись, пенсионеры и так далее. Какие-то там шоколадки, конфеты. Вот он, этот боец, получает шоколадку на фронте, он вот ее откроет и подумает спасибо там какая-то бабуля из москвы ему прислала. поэтому заканчивая я что хочу сказать вот этот курс основы российской государственности он значит, означает переход к новому этапу как бы воспитания наших студентов не только с точки зрения каких-то кружков там и так далее, а с точки зрения духовно-нравственных патриотических ценностей. И я уверен, что наш университет, который в этом участвует, действительно многие у нас ездили лектора общего знания. И это, знаете, тяжелые поездки, на самом деле, так, не надо думать, что это вот... Вот, увидели фотографии, так это вот, там, в лесу, там, выступать, там, в мороз. И сидят люди, на тебя смотрят, а что ты вот так скажешь? Это не просто вот все. Вот, я думаю, что этот курс а, сыграет очень большую роль в правильном мировоззрении наших детей, наших студентов. Поэтому я всех призываю максимально помогать в преподавании этого курса. Спасибо за внимание. вопросы да Я полностью поддерживаю ваш вопрос, и я обязательно вот об этом напишу руководству, о том, что вот нужно развернуть. Вот то, что касается гуманитарной помощи, вообще проблем нет. Причем это может быть, знаете, это может быть 20 шоколадок. Мы там собирали на кафедре, мы собирали, я специально узнавал, что необходимо. Извините, такое, такое мужское белье. Потому что им выдают, им выдают по нормативу, все это есть. Но вот стирать негде. А он пришел, снял, одел и подумал, спасибо, там, Урудыяну, прислали нам вот как бы то, что надо. Потому что им все выдают по нормативу, но это норматив, там, условно говоря. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот, мы передадим вот это пожелание в качестве такого пожелания. Послушать, да. Сейчас задавайте, сейчас задавайте. Нет, ну постараемся ответить. Почему? Я понимаю, почему нас пригласили. Приходится много ехать, ездить по линии общества знания, и там многие вопросы задаются, и приходится на них отвечать. Вот. Давайте, Олег. мы передадим это. А, идем, все, идем. Мы это сейчас передадим. Спасибо, спасибо. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like the lazy ocean hugs the shore. Goes. like a flower bending me.